Сделаем Подмосковье безопасным вместе. Голосование под таким девизом проходит сейчас на портале Добродел. Его участники могут внести предложения по повышению уровня безопасности и по борьбе с преступностью в области. Проект «Безопасный регион» реализуется в Подмосковье с 2018 года. В прошлом году по итогам голосования в муниципалитетах было установлено почти 400 камер по более чем 130 адресам. Заместитель председателя Совета депутатов Ленинского городского округа Артур Григорян считает, что голосование – это возможность жителям самим решить, безопасность каких объектов нужно повысить в первую очередь. «Безопасный регион» – это программа, которую делает область, муниципалитет принимает участие в части своего софинансирования, определяется сумма, количество камер, которые устанавливаются на домах или в общественных местах. И, соответственно, вот на эту сумму мы закупаем камеры, да, то есть при поддержке области. Но где они будут установлены, оно определяется как раз на голосованием на портале Добродел. Проголосовать за то или иное пространство или дом несложно. Для этого необходимо войти на портал Добродел, используя пароль от госуслуг. И, следуя подсказкам на экране, проголосовать. Важен каждый голос, ведь, как показывает практика, вместе неравнодушные граждане могут достичь многого. Я очень надеюсь на активность наших жителей. Мы побеждали в таких голосованиях и по очистке реки Купеленко, которая должна в программу зайти, и во многих других, и инициативное бюджетирование. Мы тоже активно принимали участие и побеждали в разных голосованиях. И я уверен, что и в этом голосовании тоже у наших жителей все получится. В настоящий момент в Ленинском городском округе в проекте приняли участие более 550 человек. Они отдали свои голоса за 70 различных объектов. Пока лидирует жилой комплекс «Бутово парк». За него 145 жителей. Голосование продлится до 21 марта.